19 января в Северском историко-краеведческом музее прошла выставка творческих работ студентов Краснодарского краевого колледжа культуры. Учащиеся 3-го и 4-го курса специализации декоративно-прикладное искусство предоставили для экспозиции более 40 работ, выполненных в разных жанрах и техниках. Здесь можно увидеть написанные маслом натюрморты и пейзажи, красочную воздушную роспись по ткани батик, а также причудливые узоры хохломы на деревянных досках, кухонной утвари и шкатулках. Вот этот набор у нас студентов, это 4-й курс и 3-й курс. Ребята очень сильные пришли по подготовке. Они у нас пришли с художественной школой. И они у нас являются 6 человек губернаторскими стипендиатами, отличники. И уровень у них подготовки очень сильный. Поэтому и работы у нас получаются хорошие. Краснодарский краевой колледж культуры плодотворно сотрудничает с Северским музеем вот уже 12 лет. За эти годы прошло немало персональных выставок студентов и преподавателей. Также Северский историко-краеведческий музей стал излюбленным местом практики ребят. Данная выставка – первая в цикле мероприятий, посвященных году культурного наследия народов России.